Память ахвяр Великой Отечественной войны ушановали представники Гродненского державного университета имени Янки Купалы. 22 червня выкладчики и студенты Головной ВНУ региона организовали масштабный военно-патриотичный автопробег. Памятный маршрут был прокладен праз некалькі вёсак Гродненского и Мостовского района, якія потерпели от немецко-фашистских карников и поделили сумный лёс усім вядомай хатыні. Старт жалобному мероприемству был даден на площади университетского флага, где отбылся митинг памяти. Присутные особливо подкреслили: сегодняшнему життю у мирной и спокойной краине белорусы обязаны тем, кто у 40-е годы минулого стагоддзя перемог фашистов и вызволил человечество от коричневой чумы. Ровно у 12 годин дня купаловцы долучились до глубоко символичной акции «Республиканской хвилины молчания», якая одночасово прийшла во всіх регіонах Беларусі. Начало митинга действительно приурочили к тому, чтобы участники автопробега почтили минутой молчания, присоединились к общереспубликанской минуте молчания и отдали дань тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны, тем, кто погиб на фронте, и тем, кто, как жители этих деревень, погиб здесь, на территории Белоруссии, вне линии фронта, но тем не менее это их была жизнь, отдана жизни ради победы.